Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на первом независимом ЗАП-ТВ. Спонсоры прогноза погоды – магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». Ежегодно 1 октября отмечается День сухопутных войск России. Также в этот день отмечается Международный день пожилых людей и Международный день музыки. Сейчас о погоде. Во вторник в Чите будет пасмурно, местами возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Ночью будет 0-2 градуса, днем воздух прогреется до 13 градусов. Хорошего дня и до встречи в эфире!